Смотрите, наш друган, кто-то его поранил, блин. Хромает. Привет! Надо было ему кусочек ему вынести этого пирога. Всем привет! Ха-ха-ха, привет! Все, поехали мы, короче, сидели, ребят. Жара такая дома, поехали мы на экспланаду, или как, эксплонаду, или как правильно называется? Эспланада. Эспланаду. Там у нас фонтаны бьют, надеюсь, что бьют. Поедем мы дальше по пути. Хотели на речку съездить, но, ребят, у нас дома нет воды. Ни горячей, ни холодной. Но нас предупреждали, получается. Ну, по всему сутки. Городу, да, у нас отключили вот. Воду. Поэтому мы водичку набрали, все, что надо для мытья, там, 3-10, но именно для ополаскивания воды как бы и нету, и не залезешь в ванну, потому что ванна полная воды именно для таких нужд, там, полы протереть, с унитаза, как говорится, воспользоваться 3-10. Ну, отключили у нас вчера вечером, завтра утром обещают на сутки, включить, вроде как. Да. Вон, перекопано, вот копают, как раз тоже трубы ложат, вот можешь показать, это вот как раз отрисовки и тому подобное, не как они зовут, они трубы ложат. Ждет подготовка к зиме, как они говорят. Меняет трубы. Так что сейчас. Ну, как ребята можно слушать вот так вот громкую музыку? И почему-то все время наши отечественные автомобили едут. Музыка так играет, что крыша подпрыгивает. Ну, кстати, у меня когда была десятка, когда я был молодой, я тоже хотел сам фигурировать. Да, вообще. Да что ты хочешь сказать? Говори. Что завтра будет? Твоих два видео будет? Майнкрафт. А, Майнкрафт. Распаковка Майнкрафта, Лего Майнкрафта, Слава. Ребят, мы сейчас, значит, это, Слава хочет завести свой канал. Выкладывать свое видео, да, Слава? Записывать Roblox, получается, Майнкрафт. Мы ему завтра заведем канал. Ну, он как бы есть у него канал, получается, ну, так как он в YouTube присутствует. Просто его переименуем. Вот потом я постепенно его подработаю. Ну, кому не лень, зайдите, ребенку поставьте там лайк, не знаю, просто может что-то напишите, потому что очень уж хочется, и Насте хочется, и Славику хочется. Настенька свой канал когда-то вела, забросила, сейчас ей уже хочется вести, она уже повзрослела, сейчас у нее телефон хороший есть, она и монтировать может прямо на телефоне. Настюш, что, будешь канал-то свой вести? Надеюсь. Вот, поэтому надо разобраться, мне сесть, получается, сначала с каналом Славика. Славик у нас уже месяц просит записывать. Ну, у них есть программка для записи, есть хороший ноутбук игровой, и у него есть планшет игровой, с которого он может записывать. То есть, в принципе, все условия есть, но хочется им записывать, он будет записывать. Да, Слава? Ладно, а может стримы какие-то он будет делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. У тебя еще не один канал, что ли, будет? Понятно. Фига ты, мега крутой такой парень. Вот до завтра, если нам дадут воду, может, мы завтра съездим покупаться. Завтра нам обещают вообще плюс 30, сегодня 26. Ну, тоже жарко, ну, для ощущение, нас. Как бы все 30, вот, если честно. Да. Все равно жарковато, правильно. Воду, конечно, завтра включат, поедем на пляж, снимем как местные пляжи, прокатимся на один, потом еще на другой. Ну, у нас они такие. Слава. А сейчас кто говорит, папа или это? Блин, ну как можно так услышать? Я хочу, чтобы Слава не намокнет. Намочил? Видишь, ребятки, это вообще все голышом. А, ты какой мокрый. Что там держим? Понятно. Девка, он говорит, давайте ноги пополоскайте. Мы это. Лентяйки, блин. Мы это. Тапочки. Я вот сразу одел. Шлепки. Шлепки, да. Я говорю, мы едем в фонтану. Соответственно, помочить ноги. Ну, вот сейчас солнышко спряталось, ребят. Оно немножко вообще хорошо стало так. Да, не жарко. Ну, оглядываться, по крайней мере. Хорошая водичка. Пойдем с мамой. Слава,
Давай снимем ботиночки пешочком, прогуляемся. Вот Настя снимает. Это у нас все так сохнет. Пытаюсь подсушить все, что было. Ну, футболочка уже практически сухая. А вот шорты-то надо было сразу снимать. Труселя мы потом снимем куда-нибудь их. Пошли за рулем туда. Славка ногу поранил, да? Болит? Кровь есть даже, да? Где у нас ножка? Смотрите. Кровь небольшая. Сейчас мы в аптеку зайдем. Обработаем и пластырь наклеим, да? Так, вот купил. Получается боржоми. Ну и тут пластырь, бинт и перекись. Вот аптека тут напротив. Сказали, постоянно здесь идут с коленями, с пальцами дети. Короче, постоянно боевые, как бы, такие вопросы. Да, Слава, я тебе купил настоящий мужской пластырь. Ты сейчас выберешь сам. Надя, кто там будет снимать? Стоп, дайте мне, короче, с тигром. С тигром тебе попозже дадим. Так, давай, будем оказывать первую помощь, да? Да, водичку можешь открывать. Сейчас мы будем... Наша ранка. Наша ранка держит. Обработаем. Стой только, не прыгай, хорошо? Да у меня глаза пойдет плохо. Нет, дай побью водичку. Специально. Это перекись водорода, он убивает всех микробиков. Но она не больная, Слава, да ведь? Пускай. Сейчас мы бинтик достанем. Пенится так. Это когда она пенится, это микробики там. Вот это белое, это микробики, их убивает. Да, и ты сейчас, потом... вот, когда пока вот стоишь и так, это микробики умирают. Представляешь? Да, сейчас мы возьмем пинки, все вытерем. Потом пластырем, все заклеим. Все будет чин-чинарем. Так, на пластырь, этот сюда, может, пакетик.
Бинт? А, бинт, может, пакетик. Стой, мы еще побрызгаем. Щиплет? Да. Все, потерпи чуть-чуть, хорошо? Но она ведь не сильно щиплет. Да, сильно, класс. Слава, какие не зеленка, зеленка бы не было бы. Да. Так что тебе питер мучи. Ага. Острые фонтаны, вот эти железки. Дети вот часто, вот я вижу, попадают. Тебе сказали, что тут часто. Ты выбрал себе пластырь-то? Вон еще ранка, вон видите еще ранка? Так, вон. Еще не одна? Не одна, а порезался, получается. Крови уже ведь нету? Чистенький. Я открою. Чистенький, хорошо? Да, да, доставай. У меня, кстати, корочки спасателя. Я учился на спасателя. Да, у меня квалификация есть. Что, Маринка, докажи. Да. Я учился. Все, кто в учебке проходил, про этот... То есть я когда работал в ГАИ, были специальные люди, которые, ну, в полку служили, на трассе работали. Вот я на трассе работал непосредственно за городом, чтобы оказать помощь пострадавшим, пока скорая едет, потому что далеко же получается. Вот меня как раз учили этому делу, этому ремеслу, у меня корочки дома лежат. То есть я квалифицированный спасатель. Слава, выберешь? Да, конечно, сейчас мы найдем, где дернуть. Вот она, я вижу ее. Любую? Лишь бы побыстрее. Последнюю, кстати, я забрал упаковочку. Классно. Пока я не купил. 150 рублей. 150? 150. Ну, за красоту надо платить дополнительно. Так, ну-ка выбираем. Что выбираем? О, медведь. Медведь? В Китае это у нас. О, обезьянка. Макака. Ой, так их сколько здесь много. Ну-ка давай посмотрим. О, тут поменьше есть. Вот нам поменьше надо. Вот они удобные размеры, вот это побольше мы оставим на потом. Вон медведь. Ну-ка выбирайте быстренько. О, они одинаковые. Нет? Нет. Вот тут жирафы, обезьянки. Слава, выбирай быстрее пальцем. Кого? Бегемота? Носорога. Носорога? Или медведя. На, все, все, уже оторвали, он выбрал, это его выбор. Не бойся, держи. Ручка вот эта. Сейчас я запечатаю. Ты, да, и Настя, она будет запечатывает. Да. Так что папа спасатель, постоянно все ноги лечит. Постоянно зубы. Да. Зубы? А кому вырывает. Кто вырывает зубы дома? На молочные зубы Настя кто вырывал. Вырывает, да? У Славы еще не выросли, кстати. Да? Безболезненно вырываем. Маринины ранки и тому подобное, все а лечим. Сам боится, да. А сам боится папа зубы лечить, да? О, какая у тебя сопля вылезла, надо что-то брать обои. Болит? Нет, боится. Боишься? Да, она боится. Она боится. Да. Вообще это не так наклеиваться. Ну, здесь полевые условия, поэтому наклеим вот. О, прикольный бегемотик, это носорог. Носорог. Камуфлированный такой получился. Ты как солдат настоящий. Угу. Вот, все. Все, приклеился. Сейчас носочки одеваем. Где носочки наши? Одеваем носочки. Одеваем носочки. Вот так. Смываем. Вот так мы приехали после фонтанов. А воды-то нет. Нагрели. Воды нет. Наклоняй ниже. Все по хозяйству. В ванной не можем мыть. У нас ванна набрана, вода. Все. Еще чуть-чуть. Все.